Участие в массовых беспорядках и применение насилия к представителям власти. Вот излюбленный перечень обвинений Кремля по отношению к гражданам, взбунтовавшимся против Путина и его клики. 21 февраля 2013 года басманное правосудие вновь обнажило свой чахлый меч для того, чтобы определить меру ответственности 21-го по счету задержанного по делу 6 мая Александра Марголина. Судилище началось более чем с часовым опозданием. Зато полицаи были на стреме задолго до начала. Нагнали автозаков столько, словно судят по меньшей мере международного террориста. Между тем Александр Марголин не состоит ни в каких партиях, а 6 мая вышел на Болотную как обычный гражданин, коих в тот день пришло около 100 тысяч. И вот теперь полицейщина отыгрывается, включив на полную мощь выхлопную трубу репрессий. Да так, что на Каланчевской улице в буквальном смысле стало нечем дышать. Зато в этой душегубке вновь расцвело басманное правосудие. Вся Россия поет про басманный суд. Песни поют. И кто говорит, что ой, басманный суд, ну все, крышка. Там, ну, только может выиграть, там этот, как его, в кепке-то был. Лужков? Лужков, да. Вот он только мог выигрывать здесь. А где же тогда справедливость искать? В каком суде? Да, хороший вопрос, но Владимир Владимирович сказал, идите в суд. Вот у него надо спросить, в какой суд идти, чтобы справедливость найти? Здесь порядка, да, 5 или 6 автозаков, то есть человека совершенно обыкновенного привезли как военного преступника, как минимум. Хотя я абсолютно убежден в том, что на Болотной площади он был так же, как и все мы, абсолютно не является никаким участником и тем более там организатором беспорядков. Он пришел как абсолютно обычный гражданин выразить свой протест. Что там в итоге получилось, когда ОМОН стал всех избивать, сказать сложно. Да, говорят, что на него есть какое-то видео и фото. В любом случае, даже если что-то на него есть, для меня абсолютно очевидно, я знаю его давно, что это, если что-то и было, то это только ответная реакция на насилие по отношению к нему. Потерпевший полицай – некто Бажанов. Именно к нему якобы применил насилие подсудимый Марголин. Никакие доводы защиты в пользу обвиняемого судья не приняла. Даже наличие 2 малолетних детей у подсудимого не смягчили судейскую мантию. Политический заказ, призванный в очередной раз запугать общество, был исполнен по всем канонам тоталитарной секты. И этот суд далеко не последний из запланированных взбесившимся кремлевским мстителем. А мстили за него сегодня долго, до тех пор, покуда не стемнело. Никакого сюрприза не произошло, было очевидно, что Сашу закроют, что дело очевидно политически мотивировано, и как все предыдущие арестанты, он вот стал еще одним политзаключенным. В общем, это даже не напоминало суд, потому что что не говорил адвокат, что не говорил сам Александр, что не говорила его жена, которая была допрошена в качестве свидетеля. Очевидно было, что это совершенно неинтересно суду. Для суда имеют только те аргументы, которые выдвигает следователь. Хотя эти аргументы были опровергнуты показаниями жены и самого Александра. Он утверждал, что на протяжении 9 месяцев Александр скрывался от следствия. Хотя, ну, было, на мой взгляд, убедительно доказано, что это не так. Но следствию нужны, ты раскрученному маховику нужны новые жертвы для того, чтобы вот питать этот механизм. Поэтому, как сказал мне прокурор Кольчук, это, скорее всего, не последнее задержание. Видимо, к сожалению, приходится готовиться к новым задержаниям. По версии следователя, Саша должен был сам явиться в Следственный комитет, увидев сообщение на сайте Следственного комитета о том, что, мол, кто был на Болотной, приходите добровольно и что-нибудь нам расскажите, мы тогда против вас ничего не будем заводить. Вот. Саша это сообщение не увидел, потому что он, в общем, на сайт Следственного комитета не привык, видимо, заходить каждое утро. Ну и из-за этого, по озвученному следователю версии, он скрывался. И, значит, должен быть арестован, потому что на свободе может продолжить заниматься преступной деятельностью. А чего ожидать дальше? Арестуют все 100 тысяч, которые были 6 мая на Болотной площади? Нет, 100 тысяч, конечно, не арестуют, просто будут выборочно абсолютно так же хватать. То есть 100 тысяч все абсолютно находятся в абсолютно одинаковой группе риска.
Вот. Ну, сколько посадят, я не знаю. Но я думаю, что мы должны, просто обязаны. Я думаю, что я в ближайшее время об этом объявлю. Я думаю, что мы должны в какое-то время, там, в самое ближайшее, может быть, чуть более теплое, начать бессрочную забастовку на Красной площади. Самые мрачные опасения подтвердились. Судья Мушникова не ударила мантией в грязь и набасманила. Обвиняемый Марголин оставлен под стражей до 6 апреля 2013 года. Одним политзаключенным в России стало больше. Счет 21-0 в пользу Балтийской кильки. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Что я могу сказать, что все несправедливо. Ой, еще ничего не могу сказать. Держитесь, пожалуйста. Столько несправедливо, что просто удивительно, что в нашей стране, в которой мы верили, росли, в которой так могут люди поступать. Лучше не буду говорить ничего.